Это первая казахстанская группа, занимающаяся в финской летной школе, открытой при Академии гражданской авиации. 6 часов теоретических занятий и всего лишь полчаса на обед. Именно в таких рамках готовят будущих пилотов пассажирских лайнеров иностранные инструкторы. Причем авиационную терминологию студенты изучают на английском языке. Учащийся второго курса Ярослав Демиш признается, после таких уроков язык откровенно начинает болеть. Но после усталости приходит понимание. Я думал раньше, что я знаю авиацию, но теперь я понимаю, что я знал ее на поверхностной части, а сейчас вот действительно много нового. Каждый день мы что-то новое проходим. Даже вот сами приборы, которые вот в самолете, например, VSI, например, датчик вертикальной скорости, да? Я думал, что я знаю этот прибор, а сейчас мы разбираем этот прибор полностью, как он работает. Какие-то могут быть поблажки, например. Класс отбирали самых стойких, эрудированных и хорошо ориентирующихся в пространстве. Всего таких 12 студентов. Приоритет отдавался абитуриентам с лингвистическими способностями и психологической устойчивостью. По блату никого не брали, коммерческая основа обучения тоже была исключена. В общем, за рулем штурвала случайных людей не должно быть. Эту систему обучения я разработал сам в форме диалога. Учу студентов авиационному английскому языку. Слежу за их произношением, довожу до них каждую букву, ведь при полетах незнание этого языка может привести к авиакатастрофе. Например, если пилот неправильно понял команду зарубежного оператора, то может разыграться трагедия. Такое в мировой практике, к сожалению, уже было. Осенью тестировать студентов после теоретических уроков будут в Финляндии. Там же они пройдут и летную практику. После нее практиканты вернутся в Алматы, где продолжат практические занятия на новейших тренажерах-симуляторах. Их закупка уже осуществляется при финансовой поддержке Министерства образования и науки. По окончанию учебы выпускникам открываются воздушные коридоры в любые аэропорты мира. Сразу же наши студенты получают же и высшее образование. И в результате у нас на выходе выпускник получит диплом наш, Академии гражданской авиации по специальности пилота и международный сертификат пилота. Именно с европейской лицензией выйдут у нас. По мнению специалистов, такой подход к подготовке пилотов резко снизит количество ЧП на авиационном пассажирском транспорте. И фраза «Летайте авиалиниями Казахстана» станет настоящим мировым брендом. Дильмурат Муталипов, Джусуп Даулетов, телеканал «Алматы».